Привет, Нурайка! Привет! Как дела? Хорошо. Читать будешь? Да. Я открыла вам мягкий знак. Притом мягкий знак, твердый знак, самые трудные буквы. Для азербайджанского сектора. Нет. Для азербайджанской национальности, русский сектор. И притом самые трудные буквы, да? Ты азербайджанка, правильно? Да. Да. А ты учишься в каком секторе? Русский. Русском. В русском секторе. Правильно произноси. Хорошо? Сейчас, давай начни мягкий знак читать. Посмотрим, как у тебя получится. Начинай. Брат, братья. Стул, стуля. Лист, листья. Перо, перья. 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 Варенье. Варенье. Платье. Юга. Читай, читай, не беги. Вот. Что это? Воробье. 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 Здесь мягкий знак играет только смягчение. Воробье. Хорошо? Угу. Давай. Здесь два смягчения, из-за этого вам трудно говорить. И мягкий знак, и воробье. Дальше. Мой. И... Не мой. Мои. Мои. Братья. Братья. Братья гуляли в парк. Угу. Они собрали опавшие с разных деревьев. Листья. Листья. Мы с